Я приветствую всех любителей и профессионалов покупок в интернете. Покупки эти необычны тем, что доставляются они без отслеживания трека, вот как в этой написано он трекет, и доставляются прямо в почтовый ящик, чем приносят нам много радостей и положительных эмоций. Вот одна из таких посылок, он трекет, без отслеживания трека, описание. Цифры, буквы непонятно, не помню. Будем смотреть, по ходу импровизировать. И застраховал продавец свою покупку на $5, которую он, по всей видимости, хочет получить. Как знать, может быть и получит. Ну, раз застраховал, то значит получится. Значит... Нам прислано нечто тяжелое. Понятно. Покупал я все это барахло за $1. Продавец застраховал на $5. Ну, хороший коммерсант. Вся эта срань — это синие камушки. Кладутся они в бачок унитаза, и при смыве у вас бежит красивая синенькая водичка, которая на своем пути смывает все говно и очищает унитаз от какашек и дезинфицирует его. Стоит это барахло на Алиэкспрессе $1.50, максимум 2. Продавец умудрился застраховать на 5. Видимо, он хочет очень получить страховку. Ну, возможно, его мечта сбудется, поскольку товар доставлен без отслеживания трека и положен прямо в почтовый ящик. Так что, скорее всего, продавец получит свои $5. Внизу под видео в описании есть ссылка, пройдя по которой можно попасть на страницу заказа этого товара. А также есть ссылка на кэшбэк. Кэшбэк — это... такой сайт, зарегистрировавшись на котором, можно получать от 7 до 15% возврата своих денежек, потраченных на покупку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить с AliExpress совершенно бесплатно. И все эти товары, если вы только захотите, станут вашими.